так хорошо спалось. Ой, я договорилась с доктором Плюшевым встретиться после мультиков. Отнесу поляшку. Доктор Плюшева, ой, я заснула. Ты обещал, да приём мою поляшку. У нее нога болит. Пим. А ты пока пойди за стенку, я вылечу. И это будет секретно выговорить. Ну ладно. Так, сейчас я всех оживлю. О, привет, кто это? Я доктор Плюшева. А ты кто? Я Лейти. Ух ты, такая-то блестящая. Ну да, ведь мама Любинки заказала мне такой фиолетовый, такой блестящий. Что у тебя болит? Вот та такая, которая изогнута. Так, все понятно. У тебя нога перелома. Нога перелома, а это что? Ну, у тебя переломана нога. Это у меня сначала. Это у меня надо гипс. Вот это гипс. И натягай на эту ногу. А потом мне надо трясти осмотр. Ой, прости, Стави. Так, на чём надо проверить твои инфекции? Бим, ай! Ой, прости. Бим, бим. Инфекции вроде бра. Понятно, только она, рука, которую я перебинтовала. Тебе больно? Да. Так, теперь проверим уши. Уши в порядке. И измерим ещё температуру. Так. Вот. Температура в норме. Так, ты абсолютно здоровая поляшка. Только сначала еще надо проверить сердце. Вот. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Сердце вроде в порядке. Ну что ж. Еще таблетки, чтоб не сильно болело. И все. Можно спать Рубинку, только при этом надо тебя сделать опять неживой. Рубинка, я уже закончила. Моя поняшка! Спасибо, доктор Плюшева. Не за что. Я пошла дальше смотреть мультфильм. Только поняшку отнесу в комнату. И все. Ой, так трудно. Хорошо, что она уже ушла. Мне надо оживить всех. И еще убрать. Стаффи, помоги мне все убрать. Хорошо, доктор Плюшева. Ой, я сам без порядка. Так, я открываю книгу. Баба. И нормально вашу историю. И все. Наконец-то закончено. Я наконец-то могу. Thank you.